Всем доброго времени суток, мы продолжаем прохождение игры Мародер. И сейчас идем за ништяками, которые нам подогнал Петро. Насколько я помню, это автомат Бизон. Лады! Точнее, пистолет-пулемет, да? Можно прямо сейчас пойти и Петькин подгон забрать? Да. Да, надо сходить, пока время есть, а то мало ли что. Не ПМ все-таки, а Бизон дорогая штучка. Так, и боюсь, нам опять предстоит возня с самым, наверное, опасным противником в этой игре для рукопашного боя. Это с собаками. Вот. Так, ладно, будем пытаться прорваться. Так, что у нас здесь? Давайте одну гранату все-таки нормальную возьмем. Не вот эту вот лажу, так скажем. Так, да, мы броник тут, нам подгон сделали улучшенный средний бронежилет. Это средний между четвертым и пятым уровнем защиты. Он обозначается как четвертый, но он, по сути, немножко более укреплен. Так, Жирику надо подогнать. Ярар! Фомку, хотя к черту, давайте сделаем проще. Перенесем часть вещей, которые нам не нужны, сюда. И отдадим ему просто... Просто-напросто отдадим ему в руки еще один рюкзак. Собственно, что мы можем сделать? У кого? У всех руки, да, занятые? Ну и ладно, пусть будут. Ну, может тогда, может быть тогда Жирик пусть отдаст один рюкзачок нам. Лады! Иначе получится, что у него обе руки заняты, это нехорошо. Так, ну все, в путь. Мальчишки вперед выдвигаются. Бегом выдвигаются. Собственно. Ну чё? Витек добегает до этого края. Жириновский по центру пойдет. Смотри! Ну и мы побежим тоже. Сразу на угол будем смотреть. То нам всем предлагают, ты там это смотри. Так. Чё за кипиш? Кипиш, серп вот такой вот. Нужно добежать до угла дома. Так. Ну чё? Витек, добегаешь до... Сделаю, не ссы. Подальше держаться от углов, если что, чтобы отскочить можно было. Ну и, собственно, наша-то задача проникнуть вовнутрь. Поехали. Так, насколько я понимаю, здесь будут враги. А сейф у нас находится вот в этой комнате. Поэтому аккуратненько забегаем сюда. Здесь или здесь кто-то должен быть, по идее. Опа, у нас гости. Хабар сам пришел. Так, вопрос. Так, товарищ Жириновский вовнутрь. Ага. Так, относительно Хабара, который сам пришел. Хер ты ко мне подлезешь. Давайте будем расправляться старым дедовским способом. Чё, прилечь охота? Да, охота. Хер ты ко мне подлезешь. Юперный театр. Нет, все-таки вот сюда надо забегать. Оп. Так, а это что такое? А что-то у меня такое впечатление, что это граната. Ну, в таком случае, очевидно, я сам себе перекрыл все проходы. Я не успею выбежать. Забег. Сюда тоже опасно делать.
Единственный вариант, можно попробовать вернуться сюда. Чё, прилечь охота? Хер ты ко мне подлезешь. Твою мать, что я расхерачил? Мы тебя на пыжи пустим, столько просрать. Да, я в курсе. Чё, родной? Так, это что за новости? Лови, переваривай. Так, вот теперь запускаем Жириновского. Жириновский, сможешь его убить? Ну, в общем-то, неплохо. Можно добивать еще, пока он не упал. Все. Фатальное ранение. Ага. Так, шок. Че? Шок это по-нашему. Жирик. Беги сюда. Жизнь такая. Ну и не просто беги, а драться надо. Так, стоп, 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 стоп. Раз. Я тебя тщательно обдеру. Все-таки добил. Нормально. Хорошо. А, только что-то мне подсказывает, ну, что это поехали. Не все, да? Че, прилечь охота? Будем отмахиваться. Так, можешь на меня рассчитывать. Сможем ли мы нормально его ушатать? Вообще он на изготовке. Давайте вот так сделаем. Так. Недалеко. Вот сюда и рядышком кинем. Там, по-моему, сайга. Блин, да что ж такое? И сразу забегаем вовнутрь. Лады. Вот. Давайте его бить начнем. Это да. Что тут у нас? То есть, ну, традиционно мы не можем ударить по-человечески. Это что тут у нас? Пока не сделаем какую-нибудь хреномедь, типа отвернуться, повернуться. Лезете? Так потом не плачьте. Ну все, окей. Так, насколько мы там подрихтовали свой бронежилет, нужно посмотреть. Расхерачили-то мы здесь все практически, но пришли мы за бизоном. Итак, по-моему, подняли уровень. Бизон. Шнековый магазин для бизона. Устанавливаем, складываем приклад. Вплоть до того, что на него ПСУ-3 можно установить. Но это абсолютно глупость будет. Поэтому я этого делать не буду. Так, что у нас с бронежилетом? По информации 100%. Не коцнуло вроде. Мы не покоцаны. Хорошо. Так. Сейчас закипишь. Все-таки. Еще раз проверяем нычки. Да, тумбочки здесь зачеканы. АКМ поднять надо, все-таки под 7,62, по-моему. Да че ты как в детском саду? Путаю. Да, под 7,62. И тело мародера. Ух ты, а вот это приятная неожиданность. На самом деле, лишний рюкзачок нам в данном случае не лишний. Так. Предлагаю сделать несколько иначе. Забивать ништяками как раз вот маленький рюкзак. Ну ладно. Так, что касается гранат и прочих радостей жизни. Сейчас все это дело организуем. Все там перекладывать нужно будет. Наверное, прежде всего. Так, давайте вот так сделаем. Товарищ Жириновский забегает в соседнюю хату, чекает. Ну, навряд ли здесь что-то новое появилось после того, как мы все запроверили. Нет, ты там это, появилось смотри. Тело женщины. Мы убирали его, и здесь оно организовалось по новой. Так, да, вот это хорошо, взять все. Вплоть до того, что можно вот так вот брать труп. Так, ну автомобили там еще какие-нибудь ништяки мы конечно проверим, но по сути
То, что я планировал, как в детском саду. Уже выполнено. Ну чё? Так, забегаем так, чтобы забрать по возможности все. Ну, поехали. Ну, поехали, чё. Так, это кедр, да? Лады. Чё-то деревянное, короче. Так. Да блин, да что за хрень? Ну, я понял. То есть переключаться надо активнее. Так, обыскиваешь мародера, забираешь ништяки. Пусть это будет граната. А, мы не можем забрать ременно-плечевую систему, потому что у нас обе руки заняты. Ну ладно, бежим тогда да сюда. Да блин, сделаю, что ты грейся? Стой. Не ссы. Кедр забери. Так. Сложить приклад. Ну и опять такая же штука, да. Просто-напросто. В другой мешок все закидываем, да и все. Так, все-таки. Лады. Угу. Чудно. Чудно. Лады. Да чё я парюсь? Взять все. А тут фомка. Ну, нормально, ничего. Тогда вот эту можно сюда переместить, а с вот этой, так чтобы по отдельности не валялась. Пусть будет. Так. Ну и ясен перец. Нужно будет серба загнать и забрать по возможности все. Не знаю, насколько это получится, потому что, в общем, копеечная вот эта вот система на самом деле. Так, ты там что, шмон закончен, нет? Нет, не закончен, и опять же, да, возникает вопрос. Да блин, сделаю, что ты грейся? Взять все. Смотреть три патрона как-нибудь вот так вот. А, убрать труп, нет, убирать не будем. У нас что в руках то а у серба ременно-плечевая система. Сейчас, ну, закипишь. Ладно. Вот такой хитрый вариант. И там убрали, и тут убрали, и здесь еще нужно будет проверить. Так. Кедр же, да? Да, кедр, пожалуй, заберем. Если он битый, то он 5 копеек стоит. Если не битый, то все-таки чуть дороже будет. Извлечь магазин. Сразу обзаведемся ништяками. Так, мы вот так вот можем сделать. И МП-133. Помповичок. Разряжать, наверное, не будем, хотя можно вот так вот сделать. Так. А, собственно, что нам мешает? Так, ну можно взять и гранаты, например, сюда закинуть, и тогда просто спокойно поменять. Ярар! Мешок. Рюкзак поменять, и все. Так, ну что ты там перекладываешься? Долго все это очень. Ладно, ребят, сейчас завершаем и попрем. Так, взять все. Осматриваем. Ну, вещмешки уже брать тут смысла нет никакого. Убираем труп. По одной простой причине. Здесь руки забиты. Здесь руки забиты, собственно. Так, мы можем попытаться найти здесь что-нибудь, но навряд ли что-то будет, да. Тем более, что мы это уже обыскивали. Так, ништяков я особых не вижу. Кто у нас налегке?
Ну, налегке или не налегке, бежать придется все-таки, видимо, Ахмедзянову. Лады. Так. И можно даже по-другому сделать. Лады. Скинуть рюкзаки. Так, давай-ка вот сюда. Стоять бояться. Так, ну и делаем вот таким вот образом, наверное, раз. Яра. И чё? Ай, молодца, красавчик. Пожадничал я, походу. Все, не знаю, пожадничал ты или нет, но нам нужно сейчас забежать, проверить все ништяки по району. Давай, лады. Давай бегом. Так. Вот здесь могут быть собаки. Так, здесь, насколько я помню, нет ничего. Тогда идти туда не имеет смысла. Вкратце, да, проверяем, что здесь осталось. Лады. Забегаем, на всякий случай сразу все чекаем. Трупы, конечно, появились. Что? А, ну вот, и появился, крупа появилась. Лады. Сиська крупы. Все нормально. Ну, как-нибудь вот так вот. Так, обыскиваем. Давай вот так бегом перемещаться будем. Надоело пешком ходить. Ну, уже неплохо. Можно как-нибудь вот так сделать, я не знаю. Пожадничал я, походу. И что тут? Тяжеловато. Тоже неплохо. Пусть будет, убрать. Так. Есть что? Здесь может быть что-нибудь. Ну, то есть, да, оставлено нами было достаточно много. То есть, ну, опять же, большого смысла не имеет. Там. Так. Подымемся по этой стороне, потом спустимся по той. Сразу второй этаж зачепит. Это что тут у нас? Да, это масса всяких интересных вещей. Например, ременно-плечевая система. Так. Здесь, скорее всего, пусто. Так. Ярар! Подберем вещмешок и выкинем сейчас. Он же пустой, да? Да, он пустой, поэтому... Смысла нет его с собой таскать. Так, интересно, мина восстановилась, нет? Потому что восстанавливаются там какие-то вещи, восстанавливаются какие-то не очень. Это что тут у нас? Угу, аптечка восстановилась, полевая аптечка, это хорошо. Вот это приятно. Так, фуловая, кстати. Так, ну вот, к вопросу, да, чтоб не пробежать по прямой, нужно... Обязательно с какими-то изгибами все это. Так, забегаем сюда. Здесь уже должно быть все открыто. Эти два ящика. Лады. Чудно. Так, теперь вот этот стол. Лады. Вроде как больше здесь ничего такого не было. Окей, движемся дальше. Я вот не помню. Здесь, по-моему, были ПМНки. Вот как ты прошел через стену? Просто суровый мужик какой-то такой. Подбегаем, подбираем вещмешок. Сразу проверяем, есть в нем что-нибудь или нет. Нет, в нем ни хрена нету. Откидываем. И ременная система, если здесь лежит, да, то она тоже нифига не нужна абсолютно. А ведь это все пятеру стоит. Черт бы побрал.
Да. Ладно. Здесь еще трупешник должен быть, по идее. Так, давай, друг, забегай. Кинул. Такое впечатление, что... Что он прям мешок с кирпичами кидает, хотя он пустой. По крайней мере, звук такой. Да, вот он. Труп солдата. С него, скорее всего, еще какой-то ништяк будет. Так, информация. 1-1. Взять. Будем лечить критические заболевания, если есть. И вот здесь, Лады. Наверное, труп должен тоже лежать. Да. Еще один солдат. Это что тут у нас? Что, убрать труп? Так, ну давай. Алло. Ярар. О, еще один РПК. Так. Любопытно. Так. Вот эта вот штука стоит дороже, по-моему, чем даже маленький вещмешок. Убираем труп и забираем РПК. Ты можешь РПК забрать? Так, РПКшечку надо. Так, извлекаем магазин и тут же патрошики. Так, а у нас таких нет, ну, будут лежать. Ладно, хорошо. С этой частью помещения мы разобрались. Еще немножко осталось. Еще один труп здесь. И дальше будем выходить на исходные позиции. Взять все, убрать. Так, я, конечно, понимаю, что, скорее всего, здесь нифига нету. Но проверяем. Все, значит, проверяем все. Так, ну и последний ящик прямо перед выходом. Вообще жирик у нас молодец, надо сказать. Так, подожди, ты бегом должен перемещаться. Жирик у нас молодец в том плане, что ушатал двоих просто в рукопашке. Не зря вояка. Кирюхин Игорь Степанович. Понимаешь, всех убил, один остался. Так, ну и вот такой вот интересный вариант. Ребят, давайте-ка с кротов. Да блин, сделаю, что ты кричишь. Так, сюда выбегаем. Чё там? Ну, тут много чего интересного. Так, давай-ка смотреть. Раз эта хрень не нужна, убираем. Так, ну, ты так на картах и ползаешь, да? Ну прикольно, чё. Так, ты все? Все. Рюкзак нормальный возьми. Так, ну, поехали. На всякий случай, наверное, кинем Ярар. Здесь. Ярар. И побежали. Во-первых, автомобиль. Во-вторых, вот здесь ящик. В-третьих, вот здесь ящик. И внутри еще две штукенции какие-то. Просто чисто проверка. Пусто, да? Да не пешком, бегом беги. Почему-то сбивается. Нормально. Чувак прям сквозь забор такой, раз и все. Сразу видно, настоящий дух просачивается везде. То есть, а перебежать через кучу мусора нет, да, вот. Через забор он может перебежать, а через кучу мусора просто никак вообще, от слова совсем. Невозможно это, оказывается, сделать. Так, друг Лады. Мой.
Сидней, давай-ка. Кстати, у нас там, по-моему, у кого-то добавились навыки. Щелчок такой был характерный. Так, давай вперед. Так, ну и здесь все без вариантов на самом деле. Маленькое боестолкновение было, но оно нам... Шо слону дробина. Так, ну и все. Так, бежишь сюда, парень. Нужно будет забежать на рыночек, столкнуть, значит, все неликвиды, какие есть. Я думаю, я сделаю паузу и включусь уже на непосредственно на локации дома Ахмета перед тем, как выходить. И вот мы посетили базар, скинули, продали все лишнее, скинули все лишнее. Будь осторожен, пожалуйста, и бежим к Поневину. Бежим к Поневину и идем на военный, что там, объект, да? Арсенал РВСН, по-моему, что-то такое. Ну что, морда не русская, долго тебя еще ждать? Подождешь, не развалишься. Мне еще надо принять ванну, выпить чашечку кофе. Ладно, что рот разинул? Пошли уже. Да, и отправляемся достаточно далеко. Тут подготовительный период будет сложный. И вообще местность сложная. Будет тяжело. Смотри-ка, какое-то сучье тут уже ковыряется. А наглость-то какова, глянь. Вообще по сторонам не смотрят. Ничего. Сейчас мы их вынесем. Да, Жирик, и ты был бы абсолютно прав. В случае, если... А где остальные пацаны? А. Вот они, Панева здесь. И ты был бы абсолютно прав в случае, если бы мы пользовались... Пользовались бы огнестрелом, вынести их не составило бы труда. Так, что у нас? Вроде как все в порядке. Ну и, пожалуй, подготовительный этап для наступления на РВСН готов. Сохраняемся. А подходы к базе РВСН мы будем проходить в другой раз. Всем спасибо, всем до свидания. Пока-пока.